Итак, всем доброго времени суток. Сегодня, как вы видите, мы будем настраивать майнер на вот эту суку. И будем использовать непосредственно наш HiFiS и наш кошелечек мы возьмем с Stacks. Наша биржа, можете, конечно, взять непосредственно Violet здесь. Тут предоставляется нам непосредственно десктопные Windows, macOS, Paper и Android и iOS. То есть куда вам угодно, там и это. Можете вот биржечки еще есть, можете оттуда брать. И я взял с биржи, чтобы сильно не заморачиваться. Так, приступим. Нам сначала нужно добавить непосредственно кошелечек. И делаем это мы так. Суква. Теперь берем наш кошелечек, я уже подготовил себе все в текстовом документике, чтобы далеко не бегать. Сюда и пишем тест. У меня там уже есть кошелечек, я делаю для вас прям вот как оно и есть. Так, обновляем, проверяем все, все-таки оно есть или нет. Создалось, да, есть, готово. Переходим. Полетный листик. Вот у меня суква есть. Я создаю вам наглядно еще один суква. Кошелечек тест мы создавали. Теперь пул. Ребят, используем только этот. Я попробовал вот этот. Там типа все копает, а мне так и нету. Так, он, наверное, у меня закрылся. Ну, ради прикола могу вам и вот он. И Violet. Вот, сейчас посмотрим. Нету. Вот сколько оно копалось. То есть вот пик. За это время должно было хотя бы что-то капнуть. То есть оно так и не капнуло. Все настройки сделал. На этом пуле покопала, и вот, смотрите, просто копнула сразу же, вот такой же пик, и у меня одна монетка. Так, ладно, все, я вас просто предупредил, этот я не пробовал, потому что этот работает стабильно, и все хорошо. Так, переходим, здесь не важно, Европа, окей, и здесь мы переходим в самый низ, и берем вот этот кастом. Переходим теперь к конфигурации майнера. И вот здесь самое главное. Нам нужно качнуть сам майнер, который будет все это дело копать. Так, ставим, копируем, ставим. Далее. Вот. Теперь нам нужно, вот видите, я настройки делал, так что я вас не обманываю. Теперь вот так, Ctrl-C. Теперь сюда. Это откуда нам будет нужно скачать и что скачать непосредственно. Так, далее. Ставим Violet. Нам нужно Violet будет вот так сделать. Теперь еще нам нужно будет кошелек сделали. Адрес пула. И адрес пула мы ставим вот этот. Edge. Не надо нам никуда заходить. Ctrl-C, Ctrl-V, и вот здесь нам нужно в дополнительно вот вот эту штучку скопировать. Ctrl-C, Ctrl-V и пароль. Без пароля, кстати, не будет работать. Сразу будьте внимательны. Вот это копируем, то что я один раз тыканул. Так, алгоритм не надо вообще. И вот сюда пароль. Так, TTT, есть. И принять. Так, создать полетный лист. А, вот здесь пишем тест. Ну, я для себя пишу тест, ваше имя свое. Так, это есть. Ну, нажимаем. Полетели. Так, все. Еще раз захожу. Проверяю. Тест есть. Дополнительно. Чтобы не было заморочек, алгоритм не нужно. Violet есть. Это есть. Все. Переходим к коркерам. Что-то я засыпаю. Так,
мотыляет на 80%. На автомате. С ума сошел совсем. Ладно. И что нам нужно? Полетный лист. Можем так, в принципе, сделать. И вот наша сукма. Сукма-тест. Полетели. Кстати, нам надо тут тогда и разгончик будет совершенно другой. И что такое? Так, я в этот же зашел, да? Все правильно. И разгончик. А нет, все нормально, такое пусть будет. Все, ждем. То есть, как мы видели, здесь ничего не было. То есть, вот здесь появится как бы наш воркер. Здесь, если что, кошелечек вписываете. У вас вот этого ничего не будет, только вот эта какашка. А когда потом это появится, вот, вот так, и вы можете там несколько, 10 адресов. Так, ну вот, видите, появился. То есть, раз, качнул этот, вот один этот. Воркер не пишется, какие там имена, непонятно почему, там не знаю. И вот скорость пошла набираться. Непосредственно у меня получается тут 2,8, ну где-то 2,9, до 3 не дотягивать чуть-чуть, хотя там на, он здесь на форуме писали типа 1060, типа 6-гиговая 3000, ну 3-гиговая типа 2700, 3000. Ну короче, у меня вот 6-гиговая ничего не хочет, то ли я не домучил ее, то ли это. Но зато я домучил свою вторую карточку, я ей ставлю 60, и она у меня гонится, вот эта карта, до 1800. Я сам удивился. Короче, я не знаю. По крайней мере, она вот стояла до этого. 1800 взрывала. Так. Ребят, кошелечек сделали. Что еще нам нужно? Все настройки вбили. Лог посмотрели, все нормально. То есть на пуле показывает, скорость есть 1-2. У нас 4, но сейчас разгонится, все должно нормально работать, я проверял уже. Сейчас подразгонится, должно будет получается 4. Ну да, 4,5 мегахэш. Ну что-то вот. Вот 1,7, сейчас подразгонится чуть-чуть карта. Видать, она еще не сошла с того алгоритма. Лучше, конечно, перезагружать компьютер. Ну, фермочку перезагружаете, и будет все зачетно. Так, а здесь у меня что-то какая-то в рамках непонятная. Что-то, блин, творится, не пойму. То ли флешка накрывается. Здесь-то понятно, я там карты на чистку сейчас снял. Вот рядышком со мной стоят они. А здесь что-то отвалы пошли. Одна карта начинает. То ли райзер, блядь, ебет мозги. Ладно, ребят, извините за маты. Ну и ладно, все. Надеюсь. Ну вот, 1,6. Оно постепенно так разгоняется, разгоняется и, в принципе, идет. Так. Что у нас ставить? Ссылочки все будут в описании. Подписываемся на канал, ставим колокольчик, чтобы ничего не пропустить, потому что видосы сейчас частенько пилю. И что, ставим лайки, дизлайки, можете задонатить, мне будет приятно. У кого нету хайва, берите в описании код, промокод, и вам будет полезно, и мне тоже, там 10 баксов халявных. Все, ребят, всем спасибо, всем пока.